просто вот подцепили тросом. Видимо, так собираются вытаскивать автомобиль. А спасатели все еще пытаются как-то закрепить трос на колесе. Тут собралось очень-очень-очень много зрителей. Эвакуатор начал свою работу. Принялся обратно. Зрителей, правда, очень-очень много. Спасатели начинают закреплять второе колесо. Вот видно заднее у автомобиля. Все очень надеются, что автомобиль все-таки вытащит. Зацепили уже, получается, за эвакуатор. Думаю, за время, пока мы снимали трансляцию, автомобиль еще больше ушел под асфальт. Ну вот, не знаю, видно на трансляции или нет. Ну, вокруг все думают, что автомобиль все-таки спасут. Только что делает с этим огромным провалом? Возможно, момент истины. Автомобиль встает.
Как видим, одно из колес уже подняли. И теперь нужно достать полностью автомобиль. Все, получается, он спасен.